Привет-привет, ребята, с вами Талига. Продолжаем играть в SkyWars на сервере skywars.com. И в сегодняшней серии мы с вами поговорим о том, что я перешел на новый сервер для съемок SkyWars. Да, и в общем-то эта тема будет короткая, но я постараюсь как-то ее растянуть и рассказать вам кое-что интересное. Так, тем временем у нас броня 4 пункта. Нормальная достаточно броня для этого пункта. Для этого сервера, хотел сказать. Так. Запинаюсь я, потому что записываю не первый раз. Да, я надеюсь, этот раз у меня уже получится записать. Я срендерю и залью на канал. Так. Давайте я построюсь на середину, так как тут не надо много блоков. Нравится мне эта карта. Очень даже. Так, давайте мы сейчас добудем еще немного березы, сделаем себе доски и пойдем. Я перешел на этот сервер снимать SkyWars, так как тут более-менее легко затащить. Тут попадаются не такие уж хорошие вещи. Тут редко попадаются эндерперлы. Это кому уже повезет. И мне это очень нравится. Вот мне сейчас, например, эндерперлов не повезло с ними. Но все равно это меня радует. Хоть мне они и не попались. Так, давайте я спущусь. Или тут разломаю блок. Так как там есть два сундука вроде. Один. Давайте залутаем его. И второй, да. Вот, как вы видите, два эндерперла. Из четырех сундуков мне только один. Сундук попался с эндерперлами. Нас осталось четверо, я пока что ни одного чувака не убил. Я хочу сделать серию эпичную, так как и я буду телепортироваться и убивать вот этого. Есть. Мы слили. Давайте сольем еще того чувака. Так. Так. И есть. У нас 1,5 хп, но мы его слили. Так. Железные ботинки, шлем. И нас... Не, нас не сливают. Я уже хотел записи отключать. Мы остались один на один, кстати. Я не знаю, что сейчас с ним делать. У меня есть эндерперл, но... Как-то мне... Стремно его вязать. Давайте пока выбросим вещь. Железный шлем. Не, все-таки давайте я сейчас его завязаю. И его солью. Есть. Мы его слили, мы затащили. Играю я, кстати, забыл сказать, с ресурс-паком называется Ice Tube. Очень прикольный ресурс-пак, мне с ним нравится играть, с ним не лагает, ничего. С ним приятно играть. Выложу его сразу. Не за лайки, а просто так выложу. Да, и в общем-то в этой серии мы поговорили, почему я перешел на новый сервер для съемок SkyWars. Да. Я надеюсь, я все понятно рассказал. Это все, что я хотел сказать в этом ролике. Спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. Увидимся на новой серии по SkyWars. В общем-то, мне показалось, что серия была короткая, всего 3 минуты, и мы продолжаем. Это будет второй раунд. Я видео склею, и видеоролик будет не таким коротким. Так, лутаем 2 сундучка на этом острове. Надеюсь, что мне попадутся в этом раунде эндерперлы. Так, я хочу сделать эту серию тоже эпичную. И какую-то быструю, что ли. Так, внизу нет сундуков. Внизу нет сундуков, так что давайте быстрее строиться. Сюда сейчас построимся и его благополучно сольем. Я это вам обещаю. Так, быстрее, быстрее, быстрее. Так, я не допрыгну. Один блок надо. Так, быстрее. Есть, и... В крысу. Есть. Мы его в воздухе так эпично слили. Он всего один сундук залутал, а второй нам оставил. Ой. Сейчас его мы попробуем слить, этого чувака. Так, так, и... Нет, мы его не успешно сливаем. Мы его вообще не сливаем, так сказать. Давайте этого попробуем столкнуть в лаву. У нас есть снежки. Я так всегда делаю, кто идет на спаун. И сейчас этого чувака сольем. Давай, давай. Есть, мы этого чувака слили. А того, походу, тоже слили или что? Так, где еще один чувак? Я. Тут один. Да. Мы сделали 3 килла уже в этом раунде вроде.
В общем, это очень найсово, мне тоже это нравится. В том раунде мы тоже сделали 3 килла. В этом тоже 3 килла, как ни странно. Ой, давайте сольем его. Быстрее. Нет, у нас же ничего не получится. Давайте колтаем сундучки. Мы остались один на один, или нет? Это что, Тима? Давайте я попробую его снежками завалить. Чё надо? А, надо же ближе. Опа. Нет, нет, у меня это не получится. Мы остались один на один вот с ним. Надеюсь, у него нет эндерпёрлов. И он у меня сольётся благополучно. Так. И у меня тоже, кстати, нет эндерпёрлов. Не попалось нам в этом раунде. Я говорю, тут редко попадается эндерпёрлы. Мне это нравится. Так, о, ботинки тут. Тапки, так сказать. Лук, 7 стрел, эндерпёрлы. Все найсово. Все. 2 золотых яблочка, все супер. Сейчас мы его сольем. Где он? Ага, вот он. Хаваем золотое яблочко. Потом делаем вот так. И делаем вот так. В крысу, в крысу, в крысу. Да чё нубчик такой? В общем-то, я записал для вас второй раунд. Я склею эти два ролика, и получится одна серия. Эпичная серия. Сделал я в этой серии 4 килла. В этом раунде, то есть. А в прошлом раунде я сделал 3 килла. Получается 7 киллов. Ну, в принципе, нормально. Этот ролик длится тоже 3 минуты, так что 6-7 минут. Надеюсь, будет нормально для серии. Хотя я могу записать еще. Но не знаю, как получится. В общем-то, на этом все. Всем удачи, всем пока. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк. Увидимся в новой серии по Skywars.